Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Химки взяли под стражу жителя, подозреваемого в сбыте марихуаны. Им оказался 41-летний химчанин. В доме в микрорайоне Сходня полицейские изъяли емкости с измельченным веществом растительного происхождения, а также электрическую сушилку, весы, колбу для курения, упаковки фольги и контейнер-измельчитель. Также правоохранители нашли 5 ведер с растениями. Ну что вы выращиваете в кустах? Каннабис. С какой целью? Для своего употребления. Давно употребляете наркотические средства? Да. Масса изъятой марихуаны около килограмма. По версии следствия, подозреваемый выращивал и хранил наркотики с целью их сбыта. В его отношении следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России. Покушение на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств.